Ну вот маслята. Они, правда, тоже грибы такие хорошие, но тоже бывает, за один день вырастут. И чтобы, как говорится, срезаешь их, черви их очень сильно едят. Нужно успеть собрать их, пока до червей. Ну вот еще нюанс кучных грибов. Как они растут. Вот они кучками. Это сверху кажется. А грибница располагается, она либо по дуге, вот так вот идет, вот если посмотреть грибы как растут, идет дуга. Либо по спирали. Снизу-то мы не видим, конечно. А вот просто кучка, вот иногда находишь эти кучные грибов, ну смотри вокруг. Она либо по дуге, вот дуга, так, раз, либо по спирали вот эта грибница идет. А сверху они вроде бы как кучка растет, это эти грибов, все. Единственное, говорю, вот черви их едят очень сильно. Вот эти все срезаем, черви нет, все более-менее. Успел собрать, но это свежие маслята. День-два, ну, даже вот с утра пораньше приди, когда еще холодно, черви особо не едят. В земле сидят. Чуть потеплее, они сразу моментом все грибы съедают. Уже идешь. Почему рекомендуется с утра-то ходить? До обеда их уже могут, они уже могут быть червивые. Вот крупный, это видно вчерашний. Вот он весь червивый уже. Все. А свежие маленькие, их срезаешь и все. Тут черви еще ножку-то съели, а до шляпки еще не добрались. Вот такие нюансы бывают еще при сборе грибов.